Добрый день, дорогие друзья! Светличная Светлана. Наше круизное путешествие с моими сыновьями и моими партнерами, к сожалению, подходит уже к завершению. Но несмотря на это, мы уже планируем следующее свое круизное путешествие. Недаром бытует такое мнение: как назовешь свой корабль, так он и поплывет. Правильно? Вы с этим согласны? Какое имя дашь своему ребенку, такой характер у него формируется. Как мы относимся к себе и как мы относимся к своей жизни, так она и проходит. Я призываю вас всех. Избавляйтесь от вереницы текущих проблем. Проблемы всегда есть и будут. И мы, все инкрузовцы, сделаны абсолютно же из такого теста, как и вы, абсолютно не отличаемся. Просто благодаря нашему президенту Майклу Хатчесону, который выстроил совершенную модель, ну просто своей мечты, бизнеса Инкрузис и путешествий, которые дают нам познать весь мир, приобрести новые возможности, быть в путешествиях и познавать весь мир вместе со своими друзьями, партнерами и со своими семьями. Это шикарно. Не бойтесь, шагайте навстречу своим мечтам. Совершенствуйтесь, поступайте так, как сделали тысячи учеников Майкла Хатчесона, лидеры, которые перешагнули грань и пошли навстречу своим мечтам и научили нас воплощать наши желания и мечты в жизнь. Мечтайте, любите, дерзайте, будьте смелее, не бойтесь, жизнь у нас одна, наслаждайтесь, стройте свою команду во всем мире вместе с компанией Инкрузис и вместе с моей командой.